вообще. Я В понял, реальной какой. жизни, между прочим, я В тоже, реальной ебать, жизни так же прям, туда-сюда, да? нахуй. Ну прям вот так же, да? Ну да. Ну не так же, ебать. Понятно. Так, что ты загонял за алкашными камнями? Я уже все сделал, ебать. Вот. Алкашными? Вот, присутствие Он так беды. сказал. Вот, я уже камни вставил. Я же дал 17к, ебать, на Рибу, стол. Стас, рибу. А все, уже Рибу. поздно. Уже поздно. Ешь Я свою. пью, блядь, бичи нахуй. Вот, как дела? Ты выпил? Выпил. Не Да. выпил, блядь. Это Ну, тотем отец, очищения нахуй. уберите. Пиздец. Валиант, убери Тотем тотем очищения. очищения можно, нахуй? Можно нахуй. Я из тебя так здесь пойду, погоди. Лучше не надо. За всех тех слизней, что ты не спалил. Ну, блядь, Я это как так-то... шаверма. Если не повезло, будешь страдать. Это так-то ГП уже пахнет. Это так-то квартальный босс, тут не надо такое делать. Слизнюк, вот, льешь? Нет, не умею. Ёлки-палки. Поплевать. Ебаный рот. Вот не за тиху не плюется. О, Ой. стало. Нормально, ГЦ, плюни. пацаны. Ну ладно, это же обычка, похуй, наверное. Ну да, у нас осталось полтора Ну часа. как сказать? Сейчас мы стали новые еще. Вообще-то час у нас остался. Байпа со времени вообще У нет. нас осталось 1,5 часа, а вообще 1:32. Зози. О, Хватит пельмени бегаю. еще. Ебать, нас раскидало в тайминг. Кстати, по-моему, сейчас все это сломались. Таймеры. Лужа. Сейчас еще пельмень должен быть. Краснобородый. Беги, Вадикон, беги! Choking soon. Hollow cast. Choking. Че это за говно нахуй? Это меня в цель выбрал и кинул в меня пельмени. Охуенно. Я имбру резаю. Он тактик. Зози Гороту резай. Стопайте по боссу, ушли от босса. Слизня бить надо. Ушли, быстрее съебались. Пельмень. Не трогайте босса, там 1%. Вообще не бейте. Надо будет еще лужу выпить. Сейчас лужи кинутся, их надо еще выпить. Не трогайте босса, пока не выпью лужи. Вот сейчас одна, вторая. Не трогайте босса, слизня пока бейте. Сейчас одну выпью. Как только выпью лужу, тогда будете переводить. Прям, блядь, еще вторую надо пить. Не трогайте пока. Не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте. Все, бейте. Ну, поехали. Как-то завтра плох? Чё, где дамаг, дамажьте. Ебать, кто там по клаве дрочит? Я в такт музыки играю. Я понял. Сейчас выпью. Колба, отходим. Так, три забрал, да? Ну и все, и дальше дотанчим. Могу
я на ходу палец попили. Не надо, не надо. Я еще фуловый стою. Сейчас он третий повешается, заберу. А кто в чушке там бегает? Никто. Ну типа не прогрузилась, ты в чушке до сих пор. Ну, я уже босса танчу. Ну вот видишь, Кость. Так это потому что тебя не падает. Не было, колба не выпала. Не падает. Выпала бы. Осколок. Да не, вряд ли. Я прям, блядь, чую, когда упадет та шмотка, которая мне нужна. Зато видел, как я чуял клык, что упадет в гире. Я чую, что у тебя в обычке упадет. Славе сказал, заходи, заходи, выпадет. Так, осколок, да? Забрал. Был бы какой РЛ в гильдии еще на десятку. Можно было бы сейчас десятку параллельно идти, какую-то Кару Гертом. Только нету таких людей. Смелых. Храбрых. Людей нету на Кару Гер. Не, просто нету РЛов. А, ну, понимаю. Валькирию сзади сагрили. Вальку бьем. Бьем, бьем, бьем. Я из сектора цел далеко достаю. Могу рассказать там. Хоть послушает. Что я не ожидал. Ну, мы нормально каракеры пришли в прошлые КД. Прям там состав был. Нормально. На фул? На фул? Если бы я полностью состав не перерыл, то... мы бы проходили с танком варом и четырьмя простами. Да, которых там мордаунт хотел оставить. Ну, главное, прошли. Воду в ЗА не пройдет 14 пристами. Чего? В ЗА 4 приста топ. Особенно ШПшник нам мало красил дадут. Вообще топ ШП. Ну да, четвертый да. Нет, пятый. Последний. Ну, который дракончика вызывает. Нет, который скиллы ворует у тебя. Который скиллы ворует. Если там ШП, то это сразу гавала рейду. Я убивал ШПшников. Но... Мы тоже проходили ШПшников, и чё? Он просто не брал способность ШП. Брал. Какая-то способность. Брал, он всех превращал в этот. Он если под контроль берет, то там все сразу лейд. Нет. Просто я давал маздиспел и снимал этот контроль. Нету безвыходных ситуаций. Просто маздиспел все решает. А, значит, вот у нас вот... просто был адекватный, это как кого, ну, прокнуло. У нас, я помню, было, что единственное, кого не взял МК, это маг. И все. Мы его все подошли, ваншотнули, и все. И на этом бой закончился. А глыба для слабых. А он ее уже сдавал до того. На прошлой МК. Не сохранил, да. Не, он на прошлой МК ее сдавал. С чего МК берет? Какой пес тут босс, кроме леди? Лакос. Нет, нет, целка. Никакой. Леди. Ну, если не успел укусить. Лана еще берет. Если вампир не укусил, да? Ну я вот про нее. А вот если получается, что андетская прожимная ПВПшная способность, это не снимает. Не снимает? Нет. Хреново. Она только эфир снимает. Это то же самое, то что представь, на БГ приз тебе подчинение разума юзает. Танки, как дела? Ты ничего юзать не можешь. Ни орешек, ни хера ты не сможешь юзать, пока ШПшнику по голове не дадут. Ну или пока он тебе с обрыва не скинет.
Ну да, вот то же самое. Да, почему написали, что снимает любые эффекты контроля над разумом, сна? Такое не снимет. Только сон и страх. Поверить надо. А ужас? Нет. Ужас тоже этого докачивает. Локал. Да почему? Почему-то они написали, столько всего снимает, а по факту снимает всего только 2-3 максимум. Когда идешь, что контроля разума есть. Ты можешь уточнить, сам проверить, либо это на форум написать. Возможно, есть баг, либо просто не записано. А че я резаю? Ну резаю. Танки я вроде не держит. Ну я это я понял. Прессую. А там танки-то, новички особо. Два бич вагона, да? Слушай, ну ты новичок, можешь снимать отсюда. Делаешь свою гильдию, а потом оказываешься вообще бичом. Бич-вагоном. Ну да, вообще просто. Не просто бичом, а бич-вагоном, да? Ну я на X1 так и сделал, я основал гильдию, ебать, а знания и тактик у меня вообще нулевые были. Был вагоном, нахуй. Был вагоном и останешься. Так и остался. Рыбку давай. Бля, вы чё такие голодные все? На игру не держит. А чё за вода пролитая? А какие печеньки падли с плоха? Рыбу поздно поставили. Чё? А, какие печеньки с плоха падали? Целка? Хуёвый. Ты опять лучше. Аж навара, кажется. У меня, падает. Короче, холодос потек, пацаны. Я понял, блядь. Это как? Симтек не холодец? Да я, блядь, смотрю нахуй, а здесь вот лужа воды. Холодец? Хорошо, такая. Что... Не, он не закрыл холодильник, нет. Наверное. Хорошо, что воды, может, блядь. Может, тебя, может, и себя накапал пот. Там нет, потому что он размораживает, кто знает. Криптовейл, дай нам полную. Ты штаны воду. Посмотри, не мокрые. А чё, ваша на двух? Ну да. Ну чё, мне на двух, что ли? А чё, блин? Кидосет ушёл. Не агра мало. Вилаша на трёх. Блять. Я думал, уже стаки там понакопились пиздец на. Вычка с Гера, блять. Хиливайте хорошенько. Я сейчас сдохну нахуй. Алло, есть хилы? А ты там спрятался, ебать, за столбом. Может, отведешь? И Келисет с собой забрал. Ой, лови сферы, давай. Серега за углом. Добичи, что ли? Зачем? Ты и так добили. Ладно, хуй с вами. Конник помыл. Хуёво помыл, вон там грязно, нахуй. Я отсюда вижу, блядь. Синтек, нахуй. В углу не протёр. Синтек там вытирает. Поменьше поставил. Синтека запрягли, блядь. Хуярит там, блять, уборку у нас. Мистер Рейда с пацанами. Мистер Рейхер. А кто хилит? Чё там, добили? Хиль. Чё там? Почти. Я с шарами иду к вам, нахуй. Ёбаный, откинул. Улетел. От нас. О, боешка. Е. Осколок. Просто заебись.
Потом водик он сколько уже? Нихуя. 40, это 41. Нихуя. Ты там в углу не протер на подоконнике, нахуй там грязь оставил, блядь. Да похуй на эту грязь. Я знаю, что, блядь, от этого завода грязь остается. Ебаный рот, бежим, контролим. Прячемся, ебать. Не спаслись. Там это Седжо плюсанул. Забрал. Ты взяла шурецию. Забейте на остальных, убейте, блять, этот тварь. Тактика. Так вот, когда синтек чилит, нахуй танки падают. Нихуя, я прошел. Мордал не доигрывает. Типа он весь бой там чилил. Я весь бой чилил, между прочим. Ты будешь живы. Стой, Сгдыч. А, в Эльми сошел. Опять же плюсовал. Ну, кто-то ушел? Пришел. Как дела там, тутиваром, блядь? Ты сорвал, блядь. Теперь нормально. Корона. Чё, блядь, спасает тебя дядя Войт, да? Просто, блядь, раз за разом. Пацана спасли. Из могилы достает. В туре. Чё мы когда РС-ку 25 герц? Ну вот мы специально стараемся побольше рейдов закрыть, чтобы на все это время освободить. Ну я думаю, окнам смысла нет, у нас не хватает депрессии. Да, там поглядим, там свободные дни будут. Сейчас все это закроем быстренько и пойдем. РС-ка простая, главное в ней не ебланить, блять. Главное сейчас Синдру убить. Хули ее убивать? Ты про обычку, что ли? Да, зеленку. Да. Пришел, увидел, победил. Чтобы не добивать потом в другой день. Расхуяли все закрыть, да и все. Расхуяли мы будем в другой день добивать. У нас время еще. У нас сколько? 45 минут. Мы за это время добьем фул. Ну да, должны. Да, если без хуйни. Без всяких АФК там, блядь. А, еще не 45 минут даже, а час 15. Ого. Ну вот, пораньше хочет уйти. А, я понял. Он хочет, чтобы время на РС-ку осталось. Да. Быстренько ее за 20 минут пронести. Ну в идеале, конечно, да. Если без хуйни. О, у меня рыбка. А, уже поставили. Шкаф, стыкните сзади и Седжу сумоньте. А можно обновить кулак? Ой, каску под ОК. А, уже чистил. Алло, все бафы вообще обновите. Тыкаем. Маленькую ротацию поменял. В манекен на 1500 стал больше давать. Хорош, брат, хорош. То есть ты сейчас 100 по 30-ку дашь? Нет, ну, в манекен только. Ну я хрен знает, ну, блядь, должен. Блядь, Шадо, ты где нахуй? Сколько ты в манекен то подаешь? 13900. Вот у меня вот от рейда и от манекена ДПС почти не меняется. Меняется плюс 5к. Принимайте. Не, ну блять, в стоячую. Даже цель. Больше, чем плюс 5. Сез же тут, нет? Принимайте, ебаный покос. Ну, я в маник дал 11100, 11200, но с вами сейчас шипы. В рейде дал 20.
Ну не пришло, сейчас, давай секунду, брат. Ну ебаный в рот, Седжу, этот, Шадоу нахуй, ну не пришло. У шамана не сильно различается просто. Релогайся, ебать, где ты там вообще? Я в манекен. Да, так-то да. Не, ну можно разгонять. Манекен давал 17.5. Пиздец, блядь. Так же самое, Лёха, у меня в моник идет 3. С русской. 2-1. Запах дешедоу. Падают запы нормальные. Дайте ему каску там. Кому? Так побьет. 5, 4, 3, 2, 1. Бля, хилы, хилим. Не-не-не-не. Гламорщина у тебя темная. Сейчас незыбкую виланш и гламурчин массакру дашь. На взлетке. Блять, все залагало. Пизда. Матикон не спас. Я в ахуе. Кто-то помер. Бьет. Хуя налил. Пока ты спишь, враг качается, нахуй. Имба хил, массакру, готовь. Все пристыгим, нахуй, поготовься. Давайте, читайте. Я, кстати, стриплюха, больше не пойду в рай. Чего? Этот фрик не сбежался.
Ну, он вылетел так-то. О, а что у нас? Три укуса было? Да насрать, он стоит, кастует и не сбегает. А, ну если кастует. Ни одного не дали мага. Приконится, ёпта. Я говорю, у нас три укуса всего лишь было, что ли, или что? Нет. А что у нас только, блядь, трое, нахуй, 20 плюс дали? Ну, умер укус. Сдохли, нахуй, там, на первой взлётке, после первой. Там он Пал просит дать ему токен. Какой Пал? Имбахил просит. Не было сколько, да? Не, не было. Ебать, друиды тащат нахуй, и топ ДПС, и топ ХПС, блядь, был бы там. Такое ты видел пуху его, наверное? Я его пуху видел. Ну, блядь. Неважно какой размер. Ты его три не видел. Да, 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 скажи это, блядь. Я так вот просто статус ВКонтакте прочитал, да? Ну да, у Ралиста такой статус был. Я вам 15к хпс дал без укуса. Я понял. Это больше, чем в Гере. Да. Это больше, чем в Гере. Укус на хпс не распространяется. Я знаю. Давай сейчас хулипало перехиль на Валь. Да нет, Гере-то, сука, у меня лагало, как у девочки нахуй. Макс, я говорю, перехиль сейчас хулипало на Вальке. А, да, да, удачи. Нет, такого я точно не сделаю. А чё так? Ну, во-первых, он хилит... Кишка тонка, да? Так и скажи, что достал. У него крылья есть просто. К сожалению, я его не перехилил, потому что... Ну, смотри, смотри, давай сделаем так. Он хилит только Вальку, а ты хилишь весь рейд. Все хилы спекают, скажем, себе в ДДМ, и ты хилишь весь рейд. Слово. Почему бы и нет? С хила играть в ДДшер, где мана не кончается вообще. Я половину не слышу, ну думаю, да. Музыка на минимум стоит, блядь, так орёт, я охуел. Так, говорю, все хилы спекаются в ДД. Да, да, да. И все, и ты смотрел, ты его перехилит. Не, ну он-то все равно перехилит, там сколько лямов у босса. Не, мы, конечно, можем оставить свечки, чтобы они взорвались. Да, 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 все. Тук 7 так. Не, я могу только 18 целей захватить. Плюс рост. Я в тебя могу ПС-ку залить, ты будешь хватать 21. Это не так работает. У него ж не меняется ГКД. Тогда бутылку пива надо. Пиво все решит. Тогда все 25 будет, да? Палька. Вот будет у меня 4-5, блять, там пиздец. Там и хоты критуют. И ход, и еще 6 ближайших целей исцеляют, блядь. Целей исцеляют. Так вроде же Эрдру превращается в хпалов, ты 5, нет? Да, Эрдру, блядь, в хпалы превращается, ебану. Я вообще в ахуе, там столько всего. У нас что, триплюха минус? Он кто-то нужен? Триплюха средь за ним. Не думаю, что он нужен. Там плюс овали на замену. А еще у меня так увеличивается, ебать, на 6. Слышишь? Ой. Там этот, Буряба и Керсуры наплюсовали. Ну, я тут тоже сижу и слышу. А что, триплюха вышел или что? Нет, у него, видимо, дисплей зашел, сейчас сядет. Он в дискорде? Он, видал, он, блядь, посмотри, что там бафы дают, вообще в ахуе. Там нет, такие в дискорде. Бафы. Написал, что свет выключили. Надеюсь, не включит. Какие вы, ёпта, добрые. Вообще, такие добрые, просто пиздец. Типа, у меня, сколько ППшку у меня хилит? Я узнаем. ППшка хилит, ну, 1010. Это получается будет 1020 хилить ППшку, у которой каста 1 секунда, ебать. 4-5. Охоты на 6 тактов больше, ебать. А еще они критуют. И еще да, в зависимости от рейтинга скорости, еще там, короче... Ну, кого ты хочешь взять? История плюсует, Бурябай плюсует. Могу шаманом, могу Робин. Даже есть не знаю, какие лучше. Моложение, шаманом это идет. С ДПСом вроде более-менее. Вот. Аршама вроде нету для ТТМ, если что, поставить кастером. О, не кастером, хилом. Могу и похилить на Синдре. Надо шмон. Да нет, там есть. Кого шмоню?
Какую шмонь? Два Т пять будет, буду ходить. Два Т пять, Т десять. Там, если что, два Т пять будет под боссом будет 0 ФПС. Тоже будет стоять колодец света и знаешь, он типа срабатывает, по-моему, уже накидывает эффект такой. Я видел, что там происходит, когда колодец света кастуешь. Шаманы тоже будут колодец кастовать там какой-то. Ну там чуть другое. Ну там не столько, блядь, это частиц будет. Колодцах, блядь. У него будет просто 0 ФПС. Леонард, прибором будет. Будет, короче, делать как кто-нибудь другой запускает стрим, а он будет ходить чисто это через дис. Смотрит стрим, уходит. В два экрана пойдет. Почему в два экрана? Он будет он дис смотреть, короче. Он на одном экране будет стоять. Нет, ну как идея, да. 5 перестов, 5 колодцев будет, и все. Они все просто нам завидуют. Блять. Знали бы вы, кто это мне написал. А кто топ это написал? РДД, топ мили, топ танки и хилы. Я понял. А чё там? Давление далеко слева. Неважно. Гламурчен, понял того или против? Я понял. Задушили треплёху, да? Пошел ну, спать, да. Пацан. Он наш... свечкой себе отрубился. Печка слева. Не, ну если бы меня тоже хуесосили бы в каждом рейде, мне бы тоже обидно было. Так а хули хуесосили? Тут-то не просто так. Вот пацан просто не развивается, ну ничего не меняет. Пацан к успеху шел. Он просто молодой ему, я не знаю, может ему лет 12, не знаю. Может быть, все может быть. Надо новое правило. Молодых не берем, но... Да. Ну хотя бы 21 плюс. Я не знаю, сколько ему нахуй знаю. Ну, синтек отлетит нахуй сейчас. А, ну да, синтек отлетит. Так. Синтеку 9, не, да. 19, блядь. 19. Всё, не подошел, на порнхабе. Неправда. Я когда на порнхаб захожу, я через ВК логинился, я такой, о, нихуя. Анкету заполнял там синтек? Я? Ну, на работу? Актера 100% еще, да, на работу. Не-не-не, у меня есть анкета получше, ебать. Как этот сайт называется? На OnlyFancy, короче. Зарабатываешь? Наверное, тоже такая же анкета есть. Вечка слева. Не-не-не, у меня таких нет. Да? Зарабатываешь, да, Максон? Ну, хотя это вообще прибыльно очень. Ну да, у меня есть, типа, знакомые девчонки. Приятное, кто просто там, блядь, миллионы баксов наворотил. И теги. Туда-сюда. Да, я запишу хотя бы. Ну хули, приятное, полезно. Чей мой скажи... или тех девочек? Нет, давай свой. Я понял. Если взлома надо будет, ну я позову тебя. Да почему у меня валитры не хилит? Я же не нужна. Вина не пока недоступна. Я не вела, что захилит кто-нибудь. Свечка. У меня есть еще подруга с общаги, которую мы тоже на OnlyFans регали. Ей аккаунт пригодился как? Даже. Нормально. Да? Да, ей пригодился аккаунт. Ну-ка, дай-ка мне аккаунт ее. Там да, ты хочешь задонатить? Нет, мне хочется глянуть, что сейчас занимаются там. Так а там, чтобы посмотреть, тебе надо заплатить за подписку. Да. Разве? Конечно. Да, на Bongo Камзи вроде это, такого нету. Да это всякие бичевские сервисы. Это... Ну почему там тоже так-то нормально? Алло, работают. Танки, блядь. Алло. Что танки? Вы, алло, у меня алло. Нету ничего ни с этой сынок, стороны. А вот эти жетоны... Танки, руки на стол. Ёпта, блядь. Нет, там же... Нет, мне кажется, там же там все бесплатно, только ты в приватку тогда приходится донатить. Ну не же. Только приватку, допустим. Но там же это же работает. Это хуйня. Лавенса, короче, через токи. Лавенс? Ну да, это хуйня. Очень приятно, Лавенс. У кого-то машины стоят. Если вы понимаете, зачем я.
Ну так, смутно, но руки вроде по телу. Да, как хиль-то по-другому. А ты хилишь? Ты так, как всегда фотографируешь. Я считаю. Не знаю. Там, по факту, я помню, да. Короче, я заходил, и там девочка, она тупо каждый день стримит, как она играет в Лигу Легенд. Она типа ничего такого не делает, тупо стримит Лигу. Да, я понял, тебя видел. Голая такую... или типа просто в одежде? Нет, в одежде. Да, она тупо в одежде, она просто стримит Лигу Легенд. Я видел такую же, только она стримила этого. Ты нашла, как стримить. Нет, нашла. Почему? Это, в принципе, хорошее место. Типа, вы что думаете? Типа, Twitch помойка, с YouTube тоже местами. Да, она, так она зашел. Она даже сказала, что типа вот этот донат, который отправляет через Ловенса, он типа все равно больше дает прибыли, чем через Twitch. Да на Twitch там просто если сказал. Если ты на Twitch просто все. Ставишь ссылку, и тебе на Donation Alerts на все приходит. Нет, там же я хз, типа, сколько там забирают. Ну, а да. Donation Alerts много забирает. Сколько? Ну вот. Он там до хера забирает. Очень весь... много. И 10 или 20? Блядь, 20? 10 еще нормально. 10 не, больше 10, на... там 15 он минимум. Я забираю. Как только ты начинаешь, ну, типа, стримить активно, и тебе приходит большой количество, да, типа, тебя снижается до 10%. А так 20%. Соло захилил. Вот 20. Нет, так 10% это норм. Это когда есть... уже у тебя там, ну, я понимаю, 500 зрителей, типа тебе Donation Alerts. 500 зрителей, это я стримил, я знаю, типа там Donation Alerts это кал полный. Ты на OnlyFans стримил? Постримить, пацаны. На Твиче. Блять, рэпер, стример, кто еще нахуй? Твой дед. Ну я в ахуе, помойка чисто. Заткнись. Рэпер, миллиардер, филантроп, там кто еще, блядь, недооцененный. Бум, господи, он на OnlyFans стримил. 10% хорош. Одеваюсь за 10. Не, ну в принципе это может уходит. Где-то помочь. Я описываю только за 10. С первого трая бьем? Конечно. Мы другого не умеем, ебать. Кто слаг не тот, пидор. Другого, говорит, не умею. Я готов слагать. Ты меня СС и БР, пожалуйста. Бля, там даже голос такой, нахуй. Я не удивлюсь, если он готов слагать. Я готов. Да это мне скажу. Ой, бля. Ёбаный покос. Я понял. Что-то мне кажется... Давай в очередь. Мне кажется, эта неделя РТ пройдет, и новые кики появятся, да, в гильдии, блядь. Как там, блядь, было? Да. Рука сама будет тянуться. Тури, блядь. Пиздец. Ну ты добряк. Заходим, нахуй. Тебе контент закрывает за один день, а он их кикнуть хочет. Я понял, блядь. Ну не всех же, блядь. Ну так, треплёху чисто. Вдруг там реальный мальчик, но ему может лет 12, ему прикиньте, как обидно будет, если с гильдии кикнуть. Да я в 12 лет так хуярил, ты б знал. Не, ну в 12 лет я тоже играл лучше, чем сейчас. Парни, треплёха, это как это офигенно качили. Это ебалка умирать, а вы на каждой. Я на заводе с 12 лет чилил охуенно. Как там спина у тебя, нормально? Нормально. Сам можешь меня спросить. Я помню, блядь, мы на заводе ебашим, нам дают кабеля, а они, сука, весят больше, чем я раз в 5, нахуй. Нам говорят, что вы это их, блядь, на склад отнесите. Вот, мы подумали, что он конченый, мы договорились с манипулятором, и он, короче, нам их просто сам это перетащил. Идите, ну, типа, подвязали. Макс, знаешь, что такое швеллеры? Думаю, ну, уголки такие железные. Ну да. Вот, 32-й, знаешь, что такое вообще? Представляешь, да, размер именно самих 32-х. Баба, да. Убейте, сука. Как бы объяснить. Короче... 32 миллиметра ширина у него. Да, в общем, мы такие штук 20 в день, что получается, таскали вдвоем. За где-то минут за 30 таскали вдвоем, закидали. Потом нам говорят, там это приехала арматура, 500 штук или что-то такого, нужно их все взять, разложить.
На моих разложили, приезжает мужик, говорит, да, мне нужно такое, такое арматура, такой 100, такой 200, такой еще там, не знаю, штук 50. И такие, погнали. То, что сложили, обратно складывали, это, запихивали. Было. А длина какая? Длина шестерки. А нахуй вы задыхаете, бля? Вагоны? Ну я понял, у нас примерно такое же. Главное, там живой. Реально охуеваешь. Нет, веселый был прикол, когда приезжает дальнобой. Тоже был случай. Приехал дальнобой, открываем у него это боковую эту дверцу. Пару раз оплитка, возвращайтесь. На нахуй в тебя вылетает. Штук 10 так. Нормально. Пацаны, у вас сколько СПД максимум? Вот у меня 6 тысяч. 100к у меня. Да. 58 миллионов. Не, ну вот серьезно, вот у меня вот под бафом... 3 тысячи не бывает. Не знаю, 3 миллиарда где-то. 5500 у меня. Кстати, Войт, сегодня ты это, читал переписку в Дискорде-то. Откуда ты взял, типа, что, ну, а на бафом 4500 СПД? Ну, это как-то до хера. Это я, да, это что-то прям... Я ничего ниоткуда не брал, я просто спросил, сколько СПД 4500 есть. Я 4500, ну это... Ну да, типа я что-то испугался. У меня сколько, анбафом 4, по-моему? 3900. Ну да, у меня 4, у меня 4000 анбафом. Манекен для дебилов. Вот у меня без бафа лока сейчас 5200, без бафа лока. Ты все рейдбафы убери себе еще это и посмотрим твои дебафы эти. Блять, вот, ну ладно. Там у Рианти, наверное, больше с подачи у меня в ДЦ. Че, блять? Я, блять, даже специально умру, чтобы посмотреть нахуй. Как умереть? Как таргет? Опа, давай, пизд меня. Просто на синдре это, не забегая в комнатку. Понял. Меня хилят. Вот почему вот кто-то не хочет умереть, блять, и умирает. А я тебе не дам умереть, не хиль. Хиль, давай, не умрешь сегодня. А я просто нахуй топлюсь вниз. Мы тебе поскипать. Нельзя, нельзя просто так взять и пройти целка без смертей. Ну куда, блять, моб нахуй, ну, побежал. Все. Повезло. Эх, сейчас бы соточку крутануть. Крутани, крутани. Ты тоже крутани. Что, погнали нахуй. Ёбаный в рот. Блять, 10 секунд еще фласка. Какая тебе фласка? Ну, нет, так я чтоб разгонять. Что у меня маны так, нету? Ну, как дела? А что мы сюда там, побежали? Да. Кто там хилил? Лежит уже, бежит. Нет. Лежит. Господи. О, вайп. Спасаемся. Го вайп. Я ебу нахуй танки. Танки хуёвые в натуре. Invisible 140. Бам. Я даже не успел, они просто сорвались. Это вставать. Получается Сюмерлин по... Ну да, Аиша далеко была. Топограф Сюмерлин, так что надо. Одна буря нахуй. Ну вот я сейчас покинул рейд. Вот я сейчас ты вниз... Да, одну бурю всего лишь нажал. У меня 4200. Да, одну бурю. 4214. А, бля, подожди, вот. В Эрдру, вот прям в бревне 4-4-4-8. Вот столько у меня СПД. 1488? Нет, 4-4-4-8. Вот прям без всех бафов, короче, в друиде в самом. Ну, типа. 4-5 утра, блять. Вот этот 8, баф мне еще 15 сверху дает. Да, теперь снимаешь шмотки, брат, таланты. Теперь снимаешь шмотки. И сам убирайся. И удаляй нахуй. Вот мне древо жизни. Теперь снимаешь шмотки и поворачивайся. Опа! Опа! Я не сказал. Я не один сейчас. Не, ну у меня тоже нет. ДК. Ну у тебя это, ебать, ВХ, а у меня нет ВХ. Понял? Не, я с читами не играю. Я про это вечный холод. Бля, Седжу, не используй микрофон, пожалуйста. Зачем ты рот открылся, сука?
какие-то кореша, да, школьные. Да, я его в унитаз макал в школе. Просто макал бы сказал. Кореш этот все макал. Жестко. Ты мой кореш. Кореш макал. Даун полный, какой кореш эти. Пацаны, а можно каску подбраться? Ой, жесткие пацаны, блядь. Да ладно тебе. Сижу, школьник. Ты можешь заткнуть лицо во время рейса? А можно каску? Мне кажется, Седжу тебе надо научиться релить, чтобы поставить его на место, бля. Да, пора бы уже, Седж. Можно уже релить. Бля, где рейс? Не могу его похилить. А сегодня выпало? Одевать стражи всех персов. Зломанным мечик. Ну, судя по его базару, он в говне, значит, уже на месте. Седжу сегодня выпил? Выпал кинжальчик или нет? Да, да, ему выпал. Я его предсказал. Как и еще что-то предсказал, кстати, блядь, не помню, что только. Голова ДК. А, да, голову ДК еще предсказал. Это прям Боба Ванга, да? Видал, нахуй, как я дракона через бедро кинул, нахуй? Хорош. Паладины могут, можешь каску дать, пока танчишь? Я, блядь, эти раздаю, как они называются? Прута, блядь. Да дай ему показ. На ДК сейчас. А нахера ты прото разнимали? Ну если ДЦ сдохнет, нахуй, будет заебись. Нахуй. Так... А у меня прото, отлично, спасибо. Понятно. Уже скула. Все, идет дай таланты. Да. Не всегда же ДЦ считует. Не всегда же. Не всегда же ДЦ живой, блядь. Вдруг он сейчас от притяжки не отбежит. Все, заебись. А можно? Питок лопнет, а прото баф висит постоянно. Как щиток вешает баф на минуту. Пупцы, зачем вы сюда проявились? На танка паладина нельзя щитки кидать. Он ману себе восстанавливать не будет. Да. Ну, паладина просто хилить надо, чтобы он ману себе восстанавливал. Хорошо, кто тогда может... Можно еще поебалу дать паладину, чтобы он по каске тоже выполнял нормально все. Вот что каску дали, победа. Дай рыбу, бля. Победную. Так, фростшмон, говорите, да, надо какой-то одеть. Есть там что у меня? Ёбаный. Выкинуть. Нет. Правая рука отсутствует, прикинь. Ты будешь танчить? Да чё за протопал из говна и палок? А люди, да. 9. Чё, протопал? Ну, ага. Да. Чё-то было. Протопал не нравится, что ли? Виноги, это виноги. Ага, я вспомнил, шаман, бляха. Платин бичёвый одет. Да, это согласен. Бис... Тоже хочу потанчить. Топ шмот, ты чё? Топ шмот. Ну, это чё? Глаза закрыть, в принципе, топ шмот, да. Это чё, Т9, что ли, на паладине? Это спалтос, да? Божественная защита. Имбл, спасение. Давно я не видел его. Ну да, это Т9 и паладина. Т9. Сильно. Сука, Мидарк, нахуй. Смотри, стычки. Где Т4? Да у паладина Т9, блин. И плащ. А плащ откуда? Сундуар. Угадай, блядь. Хороший вопрос. ИВК, сундук. А, с ИВК? Это да. такой рейд, который, блядь, нам еще и не снились. Понятно. ИВК. ИВК на 50 попыток закрыть. Дарк тут. У меня такой на присте, только кастерский. И с десятки. Уже третий раз баф Мурлока сейчас буду кастерить. Посох с ИВК самый лучший, да, получается? Ой, так ты стамобот, что ли? Да. Только плащи такие. Первый, да? Понял. Сейчас Синдра тебя будет хлестать. А скажите, когда фласку жать? Сейчас. Просто... Сейчас, он рано, уже летит. Кажется. Вот сейчас. Дракон! О, нормально. Часовые, что надо вы видите? Ража, уводите гаража. Синтек, нихуя, вошел в раш, нахуй. Ну это Скорин, ебать. Да, так и подумал, да. А как же это? Ты кто такой, я не знаю. Капитан, что же делать? Его нет в списке. Бездну список, тащите на плаху. Перевели так быстро. Ой, минус 2 хила.
Беда. Я рисую Зози, Зози им прохило. Метки, нахуй. Ну чё, блядь, дрочитесь. Ну хилам надо ближе стоять, когда фаза начинается. Прячемся. Кто-то там смеется, нахуй. Над нашим вайпом. Там у кого-то Джокер. Ну, имбра хил, типа. В гостях. А Джокер это у меня, простите. Ну, ну просто смешные мемы, может, я не знаю. Вы там это, охладите? А, ну, траханье. Охладите? Да, это будет в прошлой этой резке, целкашке. Это просто сбили 5 человек, ну что. Бахил, блядь, ближе встань, нахуй, чтобы отбежал стопудово. Сейчас уже всем ближе можно стать. ДБМ наебал на 7 секунд. Да, ну нахуй. Никто не охуеет. Метка. Ну, чё там с меткой, нахуй? Вы не прохилили, что? А, три, блядь. Вы чё там рядом вам стояли? Имбахил, ты в порядке, блядь? Раз. Братан, нахуй. Алло, блядь. Он паладин. Прячьтесь, сука. Мы не падаем. Алло, блядь. Вы чё делаете? Еще бэр у тебя есть? Тактики падать. Рви стреснешь, имбахила. Лес и норму, давай. Давай, не еблань, блядь, там. Частицу и захиливаем. Скоро фазы готовимся. Фаза пошла. Первую звезду сразу разбить. Ники ушли. Зойди. Захильте на фулу. Осторожно там, стопайте, ну блять, захильтесь нахуй. Разбиваем. Следующую звезду будет притяжка. Вроде бы. Зовзи опять. Велики ушли. Пиздец. Что это за дамаг по нему нахуй? Где ходки по нему нахуй? Незахиленный пацан стоит 3000. А чё вы бьете? Вы охуели? О, вы чё делаете? Нихуя читово сделали, да? Пиздец нахуй. Да. Вы ебанутые, блядь. Метку звезду синтек и сразу разбиваем. Я что-то менять забыл. Хорошо, что она не притянула. Она притянула, просто разбили пост. Забыл напрочь, что менять надо. Так, давай. Все, вот для хитти. Следующую звезду и разбиваем. Захильте, захильте. Вы что, сука, хилы? Ёбаный в рот. Это, поменьше дамажьте, чтоб следующую метку не убило, и захильте, зубы ему дайте какой-то, вот на кого-то. Визибл. Прожми что-нибудь. Так доби. Все, после этого из склепа добивайте босса уже там 3 ляма. Все, добивайте, до притяжки там еще 15 секунд. Визибл. Стоп, или нет? Да. Короче, дал массакру. Клык, нахуй. Иди сюда, нахуй. Клык. ГЦ. Держи. Лёха, я говорил. Понял, блядь.
Зачем мне портить, блядь, свой вид, нахуй? Мне 277 надо. Ну так-то да. А, понятно. Нихуя. Вид портить. Да просто спасибо. Этот ключ, нахуй, или кто он, скоробей заебал же. Клык какой-то посолиднее, блядь, надо подслушать. Ладно, вы клык берите. Осколок. А я тогда две трени из ЗСа возьму. Не спульте этого, кто он, Вальку. Ну, если приор есть, бери, пожалуйста. Да, хоть все. Мы в ЗС когда пойдем? В понедельник. В среду. Вторник, среда стоит. Как только так сразу. Как только так сразу пойдем. Пробежали. Сейчас 5 хм закрываем и идем. Мы в РСК успеваем. Так. Мы не прошлый раз, когда сделали, мы типа после 4 боссов... Коня мне выбиваем и идем, короче. Можно еще раз так сделать. Ну, после 4 боссов пойти в завеску просто. Ну, да, там посмотрим. Может быть, гибридный рейд будет. Так. Я уже жесткий, получается. Клык есть. Угу. Не забудь шон поменять на боссе на мече. Знаешь, как менять, да? Да нет, нахуй, ты чё, ебать? Не, ну просто бывает у тебя такая фигня. Раза три точно. Давайте собрались, еще рыску закрыть. Да, рыску. Да, по-быстрому чик-пых. И спать. А чё, это, блядь, шкаф будет, уважаемый? Можно шкаф? Пожалуйста, можете уже не ставить, нахуй, я уже бегу, блядь. Спасибо, Леон. Да, сейчас я в танк спекнусь. Давайте завтра днём. Да, убили бы без воида, просто он РЛ, блядь, нельзя без него. Это ж мотка. Сейчас нажимаешь готово и жми, это, принять кумон, чтобы это, нам тыкнуться побыстрее будет. Запускаю. Блять, нет, один хуй бежит. Пешком. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Войд, ты в жизни прямой или горбатый? Прямой. Прямой. Там орка можно поменять, короче, чтобы он был горбатым. Я хочу горбатого нежить нахуй. Лучше черного орка сделай. Горбатый. Черного. А что ты можешь черного сделать орка? Ну как? Да, негра сделай. Да чё вы опять-то начинаете, а? Не, ну Войд же, типа, Войд сама, ебать, условно. Ну, ты же знаешь, как Войд выглядит? Чёрный такая. Ну, Войд, типа, пустота, ебать. Это он синий и безглазый. Живёт. А чё у него с глазами? Пацаны, как готовимся. Девять. Он очень долго играл. Опа. И вот. Сейчас накрутим. О, ДПС. ОД за 200к перевалило. Дайте столько, да. Он знает, просто копит, он шарит. Я потратил. Ну давай, уже, иди, Ромис. Прыгай с пола. Так, чуму к Войду относим, Ляночка. Она попала вообще сюда? А, вот она. Есть. Так, а что с зависом случилось? Дойти надо ему. Опять секунду. Инвизи. Перевели. Мал на лёд.
ебать лаги нах. О, Морлок. Ну да. А Морлок? Это такое. Ты костюм с квеста, что ли, забрал? Ну, 40 тысяч снега. Некуда снег девать было. 30 минут висит, КД 30 минут. Я думал, ты забагал квестовый айтем. Не. У меня типа вообще персонаж мейн Бурлокас. Вот. Но так вышло, что я перестал играть за Лока и случайно вкачал в игру. Случайно, да? Эр подобили. У нас просто, блядь, бичи были. Пилка. Не было хила от этого. Пришлось это эрдру сделать. Тоже знал, что буду в итоге играть только на эрдру. Сохрани на 5 секунд. Не знаю, скидки будут, потом ренейм сделаю когда-нибудь. А давай, они лучше не стоят. Скринение одновременно с вальками, смотрите. Сначала смотрим дичерепок, потом бьем валик. Вышли с центра, милики. С центра вышли. В центре не налейте только. Сначала лужа. Центр не идите, не надо. Сейчас лужа сначала. Наоборот, уйдите оттуда. И потом уже возвращаемся. Жнец, прихиливайте, не ваш. Черепок. И к лечу идем. Не топчитесь лужи только. Так, ну что, переводить, давай. Валькам стан, фул полечу ДПС. 2%, 1%. Валькам стан, лича на край, 1%. Пошли. Ну стан где нахуй? И замедление дайте. Сейвы даем. После перефазы этот Зози Берниш Ревиста. Он подошел? Да. Это хозяйка за арендой приехала, блин. Нежданно, негаданно. Сфера, алло. Сфера. Сферки бьем. Захиливайтесь в одном месте две сферки. Сверки, алло. Эджа. Зависло. Что, давайте Геру дамажим. Сохранение 3 секунды. Чаду, как дела? Оскорнение. Reaper soon.
А, все, победа. Привет. Ух, привет. Звонивать, а там какой-то был вам тон ДК? 247-й. А не что знаю. Такое? 262-й Магда, столько же, сколько и CS. Да, мне не хватило прям чуть-чуть, чтобы вернуть свое место. Седжу, блядь, как дела? Меньше ДК дамажишь. Да чё в 270-м будет ДК тогда? Не, учитывая, как Седжу дамажил в ТТГ-10 сегодня, блядь, мне кажется, он не будет... Ну, вон Invisible, сколько зато у него? Зато у меня ДПС больше всего. 69 или 68? 3, это 5,3 ляма. Ну да, 5,3 ляма. Потом Invisible, 5,29 Рианти, 5,22 Хэлла, 4,93. Так и запишем, Валик, не играли, Валик. Блядь, 3,17, ебануться. Да, так и запишем, Валик не били. Кстати, по гневному духу, ебать, история, он лям 30 набил. Продакс лям 700. Видишь, был лям 130. Я набил свой лям 30, по духу и нормально сходится. Блядь. Не знаю, я вот играю, такое чувство, что Вадикон играл на X1, но он говорит, что он не играл на X1. А у меня РЛ на X1 был тоже Вадикон. Сука. Думаешь, пизданул ник? Подделка просто. Нет, я думаю, что он отрицает, что он был, что он играл на X1. Я думаю, он просто отрицает. Короче, шифруется. Да. Он тоже играл на стриме. Эвенаск. Нормально. Вот Скадыш, ты можешь взять себе вот этот меч? Если ты хочешь бегать. Будь мне на это. Что? Мы кто-то еще идем? Поставьте портал. В рейд поставить портал. В рейдку идем? В рейдку уже хотели. Еще есть 25 минут. Вполне успеваем. Блин, не сколько ждал. А где ты? Денься. Дай мне пати. Я ливнул, чтоб ты на руку не кинул. Экранчик кинул. Тебе надо было сразу Иби, наверное, заходить, чтобы это... Да, тебе не катушка нужна. Что за душман потом? Тебе нужна с ГМХМ этот... Как его зовут? Журавль. Охэнд. Так, кому надо теренас? Он друид инвалид. О, я могу сходить почилить, берите Валеру. О, кинжал Седжу надо? Классный дагер, так-то. Я понял. Мы все на сегодня, да? Нет, резко, блядь. Такой все. Так. А, это прилив, нахуй, подожди, я не могу вкурить. Кому надо-то вообще? Походу, магом, никому. Магом, локом. Я думал, это этот, нахуй, Роговский. Не, магом, локом за 10% максимум. 50% он хэпал нажимает. Нихера, ладно. Краш. Сгдыщ, Ляночка. Чё? Ну, типа, вот когда зависит добирать за фул. Он за 50 нажимает, ну, он за 50 нажимает. Чё, хэпалу закидываю? А топорик с ТТГ не варик, нет? Ну, да, по-моему, топорик профитней. Так. Конечно, топорик лучше. Тут без вариантов. Там с Гейлевской еще приливом или теренаской можно поспорить. Но вот так.